Всем привет, друзья! Сегодня понедельник. Еду я по Киеву. Красивый вечер. Надо было закат вам снять, но там в сюжетах есть. Вот ключ лежит на маске. Едем мы открывать этим ключом. Сюрприз от подписчика. Олег, спасибо ему огромное, наш подписчик из Бруклина, совсем не близко, кстати. Говорит: Руслан, тебе может гараж нужен? Говорит: заедь к моему товарищу, он тебе даст ключ. Вот я заехал, взял ключ. И теперь еду посмотреть на сам гараж. И пригоним туда, вы уже поняли, наверное, какую машину, самую главную. Она будет у нас рядом, и мы сможем на ней выезжать как можно чаще. Не знаю, как часто, как надолго ее хватит. Но будем стараться купать ее поменьше, чтобы стартер, потому что стартер и сцепление, я уже говорил, не готово. Ну и есть там план по поводу замены мотора. Третий мотор будет. Тут за жизнь у нее каждой машины. Вот на Бэхе здесь второй мотор только. За 20 лет ей было в мае в этом году. У меня она 12 лет. Ну и то мотор поменяли из-за прокладки. Можно было прокладку под головой поменять. Ну, был мотор недорого. Тоже нам подписчик подогнал. Коля со Львова, спасибо ему огромное. Ну, ездит немножко, конечно, хуже чуть-чуть едет, чем тот мой. Но, в принципе, нормально. В общем, сейчас посмотрим на сюрприз. А на днях привезу уже звезду. А в субботу мы на ней поедем на оффроуд. Там серьезное мероприятие намечается на субботу. Сегодня у Криса день рождения. Можете все в комментариях поздравить его. Я ему сброшу ссылку на это видео. Я его тоже поздравляю. Ну, Крис Днепропетровская, я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Кто смотрит постоянно наш канал, кто не смотрит, посмотрите, есть с ним видео. Котлета по-польски, можете любой ролик забить, и вы найдете этого маньяка на внедорожнике. Ну и Крис можно забить, я думаю, тоже найдете. Просто много очень видео. Я, честно говоря, бывает, хочешь какой-то ролик кому-то бросить ссылку или сам посмотреть, ну, достаточно сложно найти из почти 4000 роликов. Ну, не помнишь все названия, какие-то основные помнишь, или те, что были позже. Так, проспект Бажана, но сегодня не пятница, тут более-менее можно проехать. Просто строят на каждом клочке земли свободном, на каждой промзоне, где был частный сектор, в общем, везде, где только можно. Ну, деньги, деньги нужны, скоро выборы. Просто жесть, конечно. Мусора перерабатывающего завода нету, коммуникации изношены. Такое все на честном слове. Детей учить некому. Математики у ребенка нет уже недели три, наверное. Учитель заболел. Ну и не онлайн уроков никаких. Если по другим предметам онлайн есть, то по математике нету. В общем, еще десятилетия учить будет вообще некому. Ну, зарплата, вот только что еду, и по радио в новостях говорят, учителю только первому пришедшему будет 5250 гривен зарплата. Но это серьезная цифра. Вот я думаю, что эти ребята, которые принимают эти все законы, они, наверное, 5250, наверное, им на день не хватает, я думаю. Не, наверное, а точно не хватает, 100%. Дай бог им здоровья с такими суммами. То есть, кто будет, кому, зачем? 5250, это меньше 200 долларов. При нынешнем курс поднялся, 28,5 уже фактически. Ну, считают и дороже поставщики. Так, в общем, отвлеклись. Сейчас будем тестировать сюрприз.
Эти места шикарные. Тут все рядом у нас. Справа танковая. Ох, и оффроуд был четкий. Не было никакой с нами машины, которая бы нам не давала в таком темпе ехать. Мы пролетели просто все три участка и не заметили. Посмотрите, кто не смотрел крайнее видео там. Витя тут недалеко. Полуось у него сломалась. Думал, грибок. Грибок целый разобрал. До полуоси еще не добрался. Обещал на днях починить. Так что все на субботу будет у нас на Африке оффроуд на Абалоне. Праздничный, с соревнованиями. Кто хочет, приезжайте. Ну и именинник же ж. Сегодня день рождения, отмечаем в субботу. Не забудьте поздравить Криса. Тут у нас кооперативов 20 штук на квадратный метр. Не знаю, правильно еду, нет. Ну, сейчас ключом попробуем. Со слов где-то здесь. Нивка тут есть. Стоковая. Это пока номер, подходящий номер пока не вижу. И ряд заканчивается, там может еще есть. Ха. Они есть, я уже думал все. Не, нету, разворот. И все. У меня нумерация по противоположной стороне есть сейчас. Найдем, я думаю, все правильно я попал. Или в Бруклин будем звонить. Там разгар рабочего дня как раз. Не знаю, вроде правильно. Сейчас будем пробовать. Судя по веточкам, то правильно, наверное. Ну и замок похож. Замочек. Да, нашел я, видите. Спасибо Олегу огромное. Блин, так тут и яма есть. Шикарный гараж, друзья. Красота, свет. Свет есть. Вот так даже. Запаска. Даже две. Красота. Такой приятный гаражик. Пойдем в подвал сходим. Подвал есть. Даже яма есть. В принципе, идти нечего. Грубо говоря, что-то можно прикрутить, закрутить. Чуть перекосило его. Ну, чистенько, хорошо. УАЗ, конечно, сюда не влезет. Только без колес разве что. Да это без колес, наверное, высокий будет. Залупазлик четко зайдет. Жигулевская сумка у деда такая была. В тройке, потом в шестерке. Родная. Да. Олег живет с 90-х годов, с первой половины в Америке, гараж здесь. А вон яма закрывается. Да, узенькие гаражи раньше были. И коротенькие, ну, под советский автомобиль, но для Волги тесно. А так, в принципе, ну, хотя и Волга зайдет вплотную. Для запорожцев то, что надо. Еще какое-то утепление даже есть. Да. Неплохо. Ну что, все. Пока. Ждем всех в субботу. Планируем интересное мероприятие. Ну и звезду, я думаю, выгуляем уже хоть.
колес нету правильных, но какие-то есть там, я думаю, покатаемся и так. Она за счет своего веса и блокировок и мощного звонкого мотора, громкого, правильно сказать, покажет результат. Все, всем пока, до встречи, подписывайтесь, заходите на канал, много интересного, и в последнее время в том числе. Пока.